ладно, я все скажу, хотя я знаю очень мало. Только ты убери пушку, ладно? Скажи ты ему, наконец, Джо-Джо! Есть трое парней. У них лаборатория... Нет. Их двое. Один разбился, Вавик... Полицейские ищейки мне теперь меньше надоедают. Они стали какие-то ленивые. Джо-Джо! О, Джо-Джо, не так быстро. Рад снова встретиться, Джо-Джо. Ты всегда создаешь себе лишние проблемы, Джо-Джо. Привет, Джули. Чем ты занимаешься последнее время? Так, ничем. Сижу в машине, прикованная к рулю. Мы ищем специалиста по героину, который все делает быстро и четко. Настоящего профи, Джо-Джо. Я же сказал вам, я теперь занимаюсь только покрышками. Джо-Джо, мы здесь не в игры играем, а? Говорю вам, я завязал, я чист, как стекло. Я так чист, что самому уже то, что черт бы вас побрал. Джо-Джо, там слишком много товара. Кто может его быстро очистить? Очистить? Говоришь, очистить? Мне это уже надоело, мать твою! Врёшь! Не вспомнил? Ты на меня пушку наставил! Вы же полицейские! Вас за это арестуют и покажут по телевидению во всех новостях! Перестань, старик! Я знаю, что делаю! Джо-Джо, у меня в магазине 15 патронов. Майк! Клянусь, если ты сейчас не заговоришь, я наполню твою башку Майк! Свинцом! Он же бывший курильщик марихуаны, он этого не стоит! Ты тоже хочешь? Сейчас и ты получишь. Какая жалость. Извини, Джо-Джо. Ну что, Джо? Мне глубоко наплевать, если ты убьешь этого засранца. Все равно он нам ни к чему. Черт бы его побрал. Но я не хочу отдуваться в суде за то, что ты убил Джо-Джо, торговца покрышками. Хорошо, хорошо. К черту, я не хочу, чтобы его мозги запачкали мне одежду, потому что они не отстирываются. Ладно, ладно. Ладно, я все скажу, хотя я знаю очень мало. Только ты убери пушку, ладно? Скажи ты ему, наконец, Джо-Джо! Есть трое парней. У них лаборатория... Нет. Их двое. Один разбился в авиакатастрофе в прошлом году на смерть. Нет. Лучше расскажи ты ему все, Джо-Джо! Не так. Нет. Один парень, на самом деле, он только один главный, ты понимаешь? Меня не только Джо-Джо. Один. Этот парень настоящий Эйнштейн, мать его. Он закончил колледж, падла, у него очень плохо со зрением, и ему приходится носить большие очки. Его богатые родители живут в Беверли-Хиллз. Где? Скажи ты ему скорее, Джо-Джо! А я скажу. А он убьет тебя. Ты поможешь нам, Джо-Джо? Да, я помогу вам, ребята, только убери пушку. Надо взять адрес. Он там. Там, в офисе. Угу. Спасибо тебе, Джо-Джо. Так ты дашь нам адрес? Конечно. Вперед. Сейчас? А когда же? Сейчас в самый раз. Да. Я помогу вам совершенно безвозмездно. Кстати, вам не нужна белая резина, могу подарить. Я подумал, что ты и вправду собирался меня убить. И убил бы. Thank you.